Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. С 24 апреля на Первом канале стартует показ 6 сезона сериала «По законам военного времени». В новой части сериала мы увидим ноябрь 41 года. Немецкие войска продолжают наступление и вплотную подходят к Москве. После выполнения боевого задания в Харькове, Елагина и Мирский прибывают в Ростов-на-Дону. Им предстоит установить местонахождение Рокотова, который остался прикрывать отступление, а также пережить оккупацию Ростова, расследовать череду запутанных преступлений и выйти на след диверсантов, которых представители военной прокуратуры будут судить по законам военного времени. Премьера сериала стартует с 24 апреля. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!